Полковник Шендаков Михаил Анатольевич. Независимый оппозиционер. Независимый, потому что я поддерживаю всех, кто борется с преступной, антинародной путинской властью. Все, кто против путинских воров, предателей, коррупционеров и прочих сволочи, вы мои соратники. Я ваш соратник. Да! Четвертые сутки я наблюдаю, слышу ваши выступления. Все, кто недопущен, все, кто обижен, рассказывают свои истории. Я из этого делаю вывод только один. Что путинский преступный спрут не для того создавался 20 лет, чтобы охватить всю страну, все сферы деятельности нашей страны, чтобы допустить туда посторонних людей, честных, порядочных. Не пустят вас туда, не надейтесь, как это у вас наивные мечты юношеские. Не согласен. Путинские бандиты не пустят вас во власть никаким путем. Потому что законы, все законы, какие действуют на территории Российской Федерации, они все действуют только для путинских бандитов, воров и коррупционеров. Бороться с ними, у нас последние шансы бороться с ними законным путем. Это вот сейчас попытка вот этих проведения выборов. Она закончится 8 сентября. Это будет последняя попытка. И я вам, мое личное мнение, если, скорее всего, ничем она не закончится, никого не пустят. Что предлагаешь? Да, пускай! Мое предложение! Да, пускай! 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 Я считаю, что если путинские бандиты до 8 сентября не допустят свои... во все эти структуры выборные, полностью заполненные своим варьем, гидреснёй и прочей мерзостью, то нужно эту власть у них отбирать силой. Я так считаю. Да. Все, я все сказал.